Штатах ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает осложняться. В связи с этим Дональд Трамп принял беспрецедентное решение. За последние сутки США превысили антирекорд Италии по числу жертв COVID-19. В стране скончались 20,6 тысячи человек. Эти данные предоставил университет Джона Хопкинса. Теперь Америка обогнала Италию не только по числу смертельных исходов, но и по количеству зараженных, инфицировано более 529,9 тысячи. Дональд Трамп впервые в истории страны объявил режим масштабного бедствия. Он действует во всех штатах. Этот режим позволит губернаторам воспользоваться средствами от федерального правительства в борьбе с пандемией. Экстренное положение распространяется также на Виргинские острова США, Северные Марианские острова, остров Гуам и Пуэрто-Рико. Исключение составляет только американская Самоа. Тем временем в России за сутки выявили 2186 новых заболевших коронавирусом. В Москве вводятся цифровые пропуска. Мэр столицы ужесточил меры по борьбе с COVID-19.